слышала, она это слышала. Вах, вах, вах. Спасибо вам огромное, доктор. Я думала, что у нее глисты. Не за что. А теперь отпустите меня. Простите, простите, простите. Надеюсь, вы знаете, что надо... Да все мы знаем. Пошли, Эмма. Ну все, все, все знаем. Пошли, 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 пошли. Ненормальная. Я за тебя так рада. А ты? Скажи что-нибудь. Из-за чего ты плачешь? Что-то не так? У него железное сердце, понимаешь? Железное! Во-во, постой. Стой, стой, стой. А он тебя любит? Да. Значит, и этому будет рад. Ну все, хватит, пошли. Я тебя провожу до дома. Вот тебе тазик. Спасибо. Ну что, звоним? Нет, не надо. Я боюсь. Да не бойся, я позвоню. Алло, привет, это Кристина. И я звоню с Эминого телефона. Приходи к Эмме, у нас есть одна очень важная новость. А так сказать нельзя? Нет, нельзя. Вообще-то я на работе. Ну нельзя, понимаешь, нельзя. Ладно, я приду после работы. Хорошо, ждем. Ну, что там? Он скоро придет. Интересно, что же случилось, что не могут мне сказать по телефону? Это очень сильно меня не пугает. Но зачем мне названивать просто так? Значит, что-то случилось. Не если бы я мог уйти с работы. Хотя, я же здесь босс, мне не можно. Джордж, я пошел. Хорошо, но вы еще не закончили. Я волнуюсь. Я тоже чуть-чуть. О, кажется, Макс пришел. Ну что, давай заходим. Ну, говорите, что случилось. Давай, говори, я боюсь. Может, вы уже скажете. Возьми себя в руки. Ну, что такое? Ну, давай. Я беременна. Ты... Не злюсь. А почему я должен? Ты меня никогда не любил. Боже, что ты несешь? Я тебя люблю и этому буду очень сильно рад. Получается, все у нас хорошо. Ведь так, да? Да. А как же? Тогда давайте выпьем за это, а? Ой, точно, я забыла. Тогда я за чаем. Ты уверена, что ночью гулять хорошая затея? Все будет хорошо, я же с тобой. Ну, хорошо. Ну, привет. Что тебе надо? Я тоже рада тебя видеть. Как дела? Как работа? Как отношения с Эммой? Отстань. Оу, как грубо. Ведь мы раньше были парой. Ты уже и забыл. Не были и никогда не будем. О, кстати, Эмма, ты что-то потолстела или мне кажется, ты же беременна от Макса. Как же я раньше не догадалась. Уйди, пожалуйста. То есть ты меня бросил из-за этой дуры, да? Да? Вы вместе долго не проживете. Проживем. Ах так, да? Я тебе такое сейчас устрою. Это все из-за тебя, Эмма. Ты разрушила мою жизнь. Я просидела в психушке эти 2 месяца. Ты уничтожила мою жизнь. Твое место в аду, тварь.